В условиях сильного задымления пожарные работали в масках. Хозяева дома проживают в другом городе. За домом присматривали соседи и время от времени пользовались сауной. Традиционная воскресная баня прошла как обычно, а на следующий день возник пожар. Как выяснилось позже, из-за неправильной конструкции и неисправности печи и дымохода. Обычно дерево загорается при температуре 250 градусов, но находясь долгое время под воздействием тепла, способно воспламениться и при 120 градусах. Что по предположению пожарных и произошло. Хотите баню? Проконсультируйтесь со специалистами, как и из чего ее строить.